Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Элейми как-то приуныла. Может, они поспорили за цены? Две тысячи пятьсот. Эй, Йоси, вы чего побледнели? Пустяки, все в порядке. Даже жаль. Они ведут себя, как обычные взрослые, скукота. Наверное, дети правда сбежают от родителей. А? Госпожа Сузуки, так вы не просто поглазеть на них пришли? Тихо-тихо. И как тебе несовестно недооценивать ее старшую коллегу? Прошу прощения. Я также хотела узнать, с каким лицом Эми пойдет на свидание. Но это и значит глазеть. Я не какая-то зевака. Я наблюдатель. Это даже хуже. Ой, чья бы корова мычала? Я? А что я? Ну что, пора? Да. Отлично, идем за ними. Да. На колесо обозрения собрались. Интересно, что Эми задумала? Тащит его в тесную кабинку. Госпожа Сузуки! Шучу, Чиха, просто шучу. Давайте тоже прокатимся. А еще мы съели всю пиццу, которую заказал Люцифер. Уж простите нам нашу вольность. И мы за нее заплатим, обещаю. Да черт с ней с пиццей! Хотя не черт, конечно, но... Слушай, Эми. Чего тебе? Сегодня переночуешь здесь. Что? 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 Что?